Всем привет, привет, с вами я, Матео. Сегодня мы играем в Майск. Ну, я думаю, кто посмотрел ролик первый, тот знает. Сегодня мы поедем по 264 маршруту. Он у нас идет от автовокзала до Соколова. Ну, чё, поехали? Ну что, поехали. Да, я припарковался специально на автовокзале. Ну да, мы будем ехать через аэропорт. Это будет смешно смотреться, когда мы через аэропорт мимо пазика едем. И пазик заезжает. Ладно, поехали. Поехали, поехали. Так, сейчас поехали. У нас 264 маршрут. Я кое-как его нашел. Ну, конечно, я потом понял, я посмотрел на схему и нашел. Так, наша первая остановка автовокзал. У нас тут две были постановочки. Так, вот здесь. Да, однодверный. Такой большой указатель. У вас обслуживать ООО «Майский». Стоимость проезда 20 рублей. Ну, хочу сказать, дешево. 20 рублей. У нас 60 в Петербурге. Поехали, поехали, кататься. Так, ну, да, нам надо явно сюда заворачивать. Может, я путаю, может быть. Ладно. По МВД по городу Майск. Майский рынок. Больница. Остановка больницы. Советская улица. Так, у нас есть? Так, у нас затем Омская улица. А, она после поворота была. Там, короче, была Омская улица, да. Так, ну Советская у нас есть, все, мы правильно. Улица Наворская. Комсомольский проезд. Железный дорожный на шоссе. Короче, у нас маршрут будет интересный и длинный. Так, нам надо туда. А я, кстати, искал, когда я вот через эту улицу не поехал. Ну ладно, я, ребят, не больше такой. Фейл был. Ладно. Я уже нашел уже маршрут. Я все-таки понял, как это. Я посмотрел внимательно таблицу с маршрутом. Так, осторожно, дверь закрывается. Вот такой, кстати, руль, как в реальном пазике, мелочь. Так, нам прямо. И остановка. Как она называется? Комсомольский проезд. Улица Лесная, улица Красная улица. Я почему взял этот маршрут, потому что он очень длинный. Мне кажется, на минут-то 20. Ну, может, не на минут 20, может, на минут 15. Так, Красная улица. Так, следующая какая будет остановка? Железнодорожное шоссе. А, ну они имели в виду железнодорожный переезд, но почему-то написал шоссе. Ну ладно. Мы наоборот приезжаем по ним через него. Здесь, я понимаю, электричек нет. Так, после у нас после этой остановки какая идет? Международная. Международное кольцо. Международный аэропорт Май. Международное кольцо Соколова в обратном направлении без заезда в аэропорт. О, трамвай. О, смотри, тут трамвай ездит. Ну, тот помнит первую серию, тот знает.
Международное кольцо. Так, затем у нас международный аэропорт Май. Да, вот видно аэропорт. Так, ну так необычно маршрут выглядит. Ладно, мы уже 5 минут едем, мне кажется, а вот и Сокола. Ну да, мне кажется, очень мы будем быстро проедем, но... Я хотел по 38-му маршруту проехаться, но... На 38-м нельзя проехать, потому что пазик туда больше не доступен. Так, международный аэропорт Май. Так, следующая у нас... Давайте здесь типа сделаем высадку, то, что остановка только на высадку. А вот здесь где-нибудь после вот этого зарядной? Ну, давайте вот здесь остановка, пусть будет на посадку. Так, играем дверьми. Все, 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 поехали. Ну, это вообще интересно. Ну, пазик, представим, что набился битком, что все, люди на него могут садиться на следующий. Так, затем у нас идет, что за остановка? Международное кольцо же. А обратно без заезда в аэропорт. Ой. Ой. Ой, 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 ребят, извиняюсь за лаги. Фух, все отлагало. Наш пазик. Ну, не так себе он тут в игре вылетарщит, ну ладно. А, нам туда, оказывается, Альберт, видите, заметил указатель. Международное кольцо. Следующая остановка. Соколово. В обратном отправлении в аэропорт не заезжаем. Так, что тут написано? Там остановка. А, я не один, тут еще кто-то. Так, заворачиваем. Памятник Гайки и продукты магазин. Атмосферно, как в настоящем русском городке. На развес класса выдается. А вот и наша остановка Соколова. Интересно, я понял, зачем автобус. Чтобы тебе когда их в аэропорт. Так, ну мы типа у нас здесь было конечное, мы сейчас отъедем. И развернемся вот здесь. На перекрестке. И поедем обратно. Вот. Так.
Возвращаемся. Я думаю, вот понял, почему у нас здесь есть остановка. Зачем так сделан маршрут? Типа люди, которые приехали в аэропорт, они могут сразу же выйти после остановки. Не, не после. Они могут выйти на остановку. Даже не обязательно, могут и не выйти. Наверное, выйдут. А некоторые дают до конечной. А вот тут остановка у нас. Она просто гениальная. Человеку, которому не надо, допустим, он туда ехал, сел. Он потом до сюда доезжает на каком-нибудь автобусе. На восьмерке, короче. На восьмерке выходит, ну кто понимает, что потом будет набив, и затем садится вот этот автобус, потому что он не с аэропорта идет. Так, немного притормозим. Трамваев нет. Поехали. Вот видите, там, помню, видите, даже железнодорожную платформу, мне кажется. А автобус просто создан, чтобы тут ездить и вот. Внимание! Впереди железнодорожный переезд. Будьте осторожны. Может, они врут? Хотя вряд ли. Остановок очень много. Прям нереально как много. На маршруте. Просто мы сейчас будем на следующий. Ну, бывает, мы уже обратно поехали быстрее, потому что нам не надо в аэропорт заезжать и там еще думать, где делать остановки. Нам просто здесь надо. Мы уже 12 минут. Я думаю, мы еще по какому-нибудь маршруту прокатимся. Да все, ребят, мне уже не важно указатель, я запомнил маршрут на память. Вот просто остановка. Ну, я понял уже, что мы по Омской улице немного проехали. Представим, что люди вместо того, чтобы сесть на электричку, ну, допустим, она опаздывает там уже на 2 часа, а жители говорят, нет, не едьте. Забили автобус, ну и поехали, понятно, не даже до вокзала. А до автовокзала, чтобы там сесть на 3-й троллейбус. Да, ну здесь серьезно нет, невозможно сделать остановку. Типа они нам туда предлагают завернуть. Ну, короче, будем делать все игра вот тут сразу перед поворотом. Ну, сразу же перед поворотом или после. Давайте делать будем перед. Вот, и сейчас будет скоро конечная. Да вот она и виднеется, автозор. Представим, жители хотят, чтобы мы заехали вот туда, но вместо того, чтобы мы туда заехали, мы заворачиваем как настоящие маршрутчики и говорим нет. Все. Ладно, подождите. А вот мы в другом АТП. Вот. Ой.
про что я и говорю. Тут нет автобусов 38-го маршрута. Ну и здесь небольшая мини-свалочка, я ее вам покажу. ЗИЛ-5. У него даже компрессор работает. Ну, почти ЗИЛ-5 или АЗы. Один даже МАЗа. По Т2. А вот здесь дело сейчас стоит вот этот автобус ВМЗ-4252 Олимп. Типа автобуса. Это я раньше пазик. Так, я не понимаю, у этого не появились маршруты? Так, вот тех автобусов, которые... Вот я вот на этом бы проехал. 42. 92. Но у них не появился. Есть Lotus 206. Тоже, может быть, не было маршрутов, я уже не помню. Давайте на нем проедем. Лучный. Вот не знаю, честно, о чем проехаться. Давайте проверим, у этого есть маршрут указателя. Не, нету. Давайте проедем на Олимп тогда. О, как. Я не вижу. А, не, он только один. Тогда что делать? Придется на лазе обычном. Надо его убрать. Убирать. Так, надо главное. Угу, лицестроитель, ага. Давайте здесь остановимся. Это который в Смоленске полян, это я уже знаю. Автобус. Потому что у него очень-очень медленно откатывается. Подождите. Так, мы продолжаем. Мы едем. Соседнее село. Мы, наверное, не будем доезжать до Песочной улицы, но из-за того, что я снимаю вам видео, мне придется это снимать. Тут, смотрите, мы проезжаем большую свалку. Я вам потом ее засниму. В отдельном ролике. Тот четвертый троллейбус, типа, предлагают нам сделать. Ну, вот какой четвертый троллейбус, когда здесь... На остановке село нет троллейбусных проводов. Ну, да, проводов. Так. А туда нам не предлагают. Вот даже напишите на указателе маршрут там. Обратно в сторону улицы строителей на остановку село не заезжаем. Вот. Песочная улица. Называется Песчаные улицы. Улица Песочная. А почему Песочная улица? Я тут даже, вот пока еще пазики были, я тут его припарковала, сделала скриншот. Скриншот. Так, подождите. Ой, ладно, ребят. На такой ноте. Те. Нам придется закончить. Ну, как видите, у нас завис автобус. Всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел этот ролик, тому спасибо. Всем пока-пока.